Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на онлайн-жеребьевке финального матча и матча за третье место второй лиги чемпионата Днепровской области по футболу. Напоминаю вам, то, что матчи пройдут в городе Синельниково на стадионе «Локомотив» 5 ноября в субботу. Матч за третье место начнется в 11:30, финал в 2 часа. Начнем мы с определения номинальных хозяев матча за третье место, в которых участвуют ВДНХ Днепровск и Дай вода, Кривородский район. ВДН будет номинальным хозяевом матча. Дай вода. Теперь финал. В финале хозяевом будет Аросфера. Сыграет Аросфера против Локомотив Пятихатки. Еще раз напоминаю. 11:30, матч за третье место. ВДН, не дай вода. 2 часа, Агросфера, Локомотив, Перехатки. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего.